21 век диктует свои правила. Современные гаджеты, видеоигры и соцсети оставляют мало шансов традиционным увлечениям. Но эти ребята пошли еще дальше. Простое на первый взгляд занятие под силу далеко не каждому взрослому. Механическая модель робота состоит из сотни деталей и проводов. Электрический привод, датчики движения и различные сенсоры необходимо собрать в единую конструкцию. Это требует знаний в области физики, информатики и электроники. Занятие сложное и кропотливое, но развивает массу полезных знаний и навыков. У маленьких деток в большей степени, конечно, моторика рук. У деток, которые уже такого большого возраста, у них развивается, конечно же, интеллект. Мы учимся с ними программировать, мы учимся с ними инженерировать, то есть приобретаем навыки конструирования. Есть и те, кто не просто коротают время за интересным занятием. Виталий Бушуев – один из учеников школы робототехники. Ему 12 лет, и он уже точно знает, кем хочет стать. Мне мама говорит, что я буду инженером, потому что у меня очень большие знания в этом всем. Я очень хорошо разбираюсь в электричестве, со всяким. Микроконтроллер у меня уже дома есть, набор специальный, на котором можно делать даже сигнализацию для дома полноценную. Учитывая стабильный спрос на инженеров по всему миру, можно не сомневаться, что эти уроки не пропадут зря. И, возможно, кто-то из этих ребят сможет в будущем потеснить всемирно известного изобретателя Илона Маска. Алекс Соловьев, Виталий Степанов, Марина Кубишина, Десна ТВ.